Нет, ты хочешь на это посмотреть? Нет. Ага, я говорю, хочешь. Нет. А вот теперь посмотри, идет ли там все или нет. Мне интересно отличие. Вот он дошел до фаермена и... Ах, он пидор! Че так гнойный? Че? Он багаюзер ссаный. Ублюдок конченый. Пошел нахуй, сука. Ублюдок читиневый. Смотри на эту красоту. Сейчас, подожди, тут реклама. Тут два десятка рекламы. А Twitch не идет, только на кибер идет. Ну, Twitch еще, наверное, не запустился. Ой, я же тебе говорил, карлики, карлики. Видишь, у тебя летят карлики. Домик АП. Карлики, все хорошо. Вот этот меня напрягает больше всего. Ну, тут вообще надо научиться прыгать, чтобы для того, чтобы его это трогать. Смотри, я могу прыгать наверх, да? Но Ну. не могу прыгать вперед, как бы. Смотри, вон лапша падает, вон лапша. В смысле, ты не можешь прыгать наверх? Ты же можешь прыгать наверх. Вот, я наверх могу прыгать, да? А я не Ну. могу прыгать вперед наверх. Давай. Если я нажимаю наискосок, Вот. то он бьет ногой. А если ты зажмешь две кнопки одновременно, удар рукой нижней, если потыкаешь на все подряд, может ты хуево настроил управление? Значит, тут что-то такое, чего мы не знаем. Привет, пролист. Пролист еще с нами. Не еще, а снова с нами. Он отключается. Управлюсь, ну, верну утро уже сейчас. Нет, тут без прыжков вообще не вариант, на самом деле. Ян-пей. Я же говорю, такой стереотипичный такой китаец, японец. Я помню в мультике про Багза Банни какой-то был такой же китаец. Такой же дико стереотипичный, тоже такой узкоглазый, двузубый и с усиками. Я бы даже сказал, что это немного расизм. Так же дергает ножками, как этот самый. Да, как на Дэнди. Лапша! Что дает лапша? Неуязвимость? Неуязвимость, как бы. Быстрее! Лапша сейчас кончится. А сколько у тебя, получается так жизни-то? Ну, жизни как бы две или три. Ну, вон, я смотрю, рест, ну, для тебя. А если ты умрешь? Все по новой или с этого? О, опять карлики летят. Не знаю. Мочи карлика. А, он тебе залетел по яйцам, смотри. А, по пяткам. А, он тебе стучал по пяткам. Смотри, летит прям в яйца. А, на тебе по яйцам. Прикинь, еще так по-настоящему в тебя облетели карлики, а ты бы их не успевал бить. И на тебе в затылок. Она верами кидается. А вот тут уже надо прыгать. Я вот на Ютубе вот до этого момента смотрел, смотри, как она тебя убивает. Гейм овер. И с чего все начинается? С самого начала? Карма! О да, это карма! Ое, карма! Ое, карма! Да, карма! Карма! Я же тебе говорил, оставь ее. Ты меня послушал?
Нет, я не послушал. Конечно, ты не послушал. Ну что, все тогда, я думаю, надо заканчивать, не? Ты сегодня. Можешь поиграть еще. Все, я уже спать не пришел. Еще минут, так, 5 минут. Ну ладно, тебе пролист. Пролист очень активный собеседник. Я говорю, у тебя пролист, он очень активный собеседник. Всегда словом и делом поддержит. Да, пролист? Особенно слово. Лист говорит, что он томат. Ну, он всегда томат. Так и плохо, как могло бы быть, ну, как... если честно. Ну как сказать? Смотря с чем сравнивать. Если бы тебе попалось без Парфен, то возможно. Смотря что будет в конце. Мне без Парфен сначала тоже показалось хорошим. Я был уверен, что я проиграю. Как ты знаешь, никто не отменял. Еще надо пойду спать. Давай. Спокойной ночи. Давай. Эй, я тоже тогда завершаю. Сегодняшний длинный вечер. Блин, завтра надо еще отработать как-нибудь. А не хуи пинать. Следующего раза.